В эфире телеканала АЭСТ. Новости сейчас. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Акварельный джаз. Художник Олег Беседин представил иркутянам сотни своих работ, посвященных городу. Он влюблен в Иркутск, и как настоящий влюбленный видит в нем только хорошее. А как настоящий художник воспевает город в своих картинах. Выставку Олега Беседина открыли сегодня в студии Иркутского областного краеведческого музея. Будущий мастер родился в Кемеровской области. В столицу Восточной Сибири приехал в 76 году. Перевелся на 5-й курс архитектурного факультета политеха. Вспоминает, остался, потому что был очарован городом и сразу стал его рисовать. Темой своей преддипломной работы выбрал сохранение и реконструкцию исторического области. Облика Иркутска. В том числе и эти работы 40-летней давности можно увидеть на выставке. Кажется, нет ни одной улицы и здания, которое не изобразил бы Олег Беседин. Иркутск в акварели, карандаше, пастели, его старинные здания и новостройки, пустынные переулки и многолюдные улицы. Все работы в экспозиции созданы на пленерах с натуры. Когда ты один на один с городом, с природой, и ты все время вот с материалом, с этим всем борешься, как бы гармонизируешь пространство. Хорошо будет сравнение с джазом. Вот джаз. Ты выходишь на улицу, у тебя нету ничего, у тебя есть твой инструмент, который, и у тебя нет даже мелодии, и вот эту мелодию ты ловишь из окружающего воздуха. В рамках выставки художник проведет несколько творческих встреч. Иркутские зарисовки Олега Беседина увидеть можно до 27 октября.